Для Украины похоже на ничего не там сегодня. Новые красивые машины киевлян, которые больны этой болезнью. Жители из-за этого чего-то. И что очень важно, полностью на русском языке. Компания «Бибраун», наш основной партнер в этом плане, все за свой счет они сделали. Город не потратил на это все ни одной копейки. Новые модификации. Это новые, это самые последние машины. Да, самые последние модификации. Чем они хороши, они открытые системы. К этой почке покупается любой расходник любого производителя в мире. То есть мы можем понижать цену в зависимости от того, кто лучше предложит цену. Немецкий расходник. Да. Расход оригинальный, Регенератор очистки проходит специальная таблетированная соль, высококачественная, она много очищает все. И в зависимости от количества патронов обратного отпуска, это не считается качество очистки. И это уже нормально, у нас 6 патронов, 6 вот, это вообще ну, очень хорошо. Немцы делали для себя. Люди с почечной недостаточностью, не получая медицинское обслуживание, жизнь их в прямом смысле слова зависит ну, от данных лекарств. К большому сожалению, год назад эта проблема была очень острая. Мы нашли средства для того, чтобы закрыть долги, найти лекарства. Сегодня я очень рад, что мы открываем 14 новых мест, 14 новых машин от компании «Бибраун». Такой донорской помощи. Данные машины смогут работать и обслуживать тех людей, которым необходима, крайне необходима помощь, медицинское обслуживание, постоянное медицинское обслуживание. И в прямом смысле слова жизнь этих людей зависит от медицинского обслуживания, от качественных препаратов и от современных технологий. Более 550 человек обслуживается больных почечной недостаточностью, которые нуждаются практически в ежедневном обслуживании данными аппаратами. И очень рады, что такие самые современные аппараты находятся в городе Киеве и дают возможность сервиса, дополнительного сервиса лечения тех людей, которым нужна помощь.